России, Дагестан. Казачеван хирар, хирметло ватанахлияр. Дагустан дин радио дин лезги редакция девичин колах башламишсова. Чи программа Ирахкева, Махачкалада, Вишневат, Ругут, Дербенда, Вишнюкут, Кют, Хасавюрта, Вишни сад, сад ФМД, Ябакалис Жеда. Микрофон дек Наира Хамидова гала. Эхиримче хабарар гузва чна. Дагустан Республика Дин Хейл, Сергей Меликова, Республика Дин, Холдин Собрание Дейс, Послание Келна. Одет хан воевал, марекат, махачкаладин, дуствелин колера кле фяна. Дуствелин колера политикар, алимар, малимар, журналистар, сагафуналди, регион дин, Алла вахтне, гелечек, глявабур, хабрла аслубур, куат ханвай. Послание да руководитель ди, тол алай ваджибла меселаяр, карагарна. Ахалирин умердин шартар, варкрезвая казанжи архкажун, экономика великтхон, республика дин промышленностин ва туризма дин потенциал, хзанрис махсус саренжем дин ищеракчирис кюмехгон. Вичин послание регион дин хэли махсус саренжем дин хэрэ катра телев хэй аскерар эбэдияз рикэл хуньяз садиқиғада кисна ақвазунилай башламишна. Ахпа ам. Ватан дин сэрхэт архыз вайбрус, вирихлера кюмэк гунин месалайрал ақуазна. Чун садия проектин сэрхэтра аваз, республика ди иридвиш миллион манат пулунин дагатара канава, бюджет дин бур тушер чешмейра, кудвиш миллион манат пул дин дагатара тана, пулунин дагатарин чахипай, таинтир мурадрис акана. Чи микрофон дик, ватан хыз вайбур фондунин руководитель Рашид Мехамедов гала. Скоро у нас год с момента открытия нашего филиала. За этот период нам удалось решить порядка 8 тысяч различных проблематик наших подопечных. Это вопросы правовой поддержки, медицинской, психологической помощи, вопросы социального, бытового плана, коммунальных и иных и различных направлений. Хакни, регион Динхили, память гор, проект Арадалган Вайбрун Терефнюхена. И проектик «Яра ахиле авай дустарис» хихтин джуреден читин вилеравата чпин вилералде акунвай аскераркуа. У нас фонд участников СЧО занимается всесторонней помощью для поддержки участников СЧО и их семей, поиском без вести пропавших там на место. Также взаимодействуем с органами власти. Агзорня кани подлага Иисус, республика дин экономика, ват процентин хкашханва, промышленность, хорин майшат, эцигунрин хел, транспорт, генани. Аквадайвал, агалирин умердин шартар хкашханва, маджибар, кют процентила винис хкашханва. Кейдна Сергей Меликова. Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в сопоставимых условиях за три года выросли на 45%. Но и этого недостаточно. Республика располагает серьезными резервами роста собственных налоговых и неналоговых доходов. И их необходимо активнее использовать. Нужно усилить адресную работу по увеличению доходной базы, сосредоточиться на крупных экономически социально значимых системных и бюджетно-образующих предприятиях. Общая сумма задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации на сегодняшний день в Дагестане составляет около 13 миллиардов рублей. А эти средства могли бы быть использованы для строительства школ, детских садов, ФАПов. Необходимо активизировать работу, о чем я и говорю регулярно главам муниципальных образований. Амма регион дин энергокомплекс дин велик, хелнык анзавай чехи месалаяра кознава. Регион дин кэлинч аларалди, сашмуд ясара энергокомплекс да цюка кудзавай, решвет базвал себя бьяз, аказывай пулунин тагатар таинтер мурадриз аказавачир. Нечиже да махачкала дин коммунальный тарих да яргал ясара амугдай коллапс арадал атана. Комплексный реформа, агзорня кани кудлага ясан, эхир далди конфида, федеральный бюджет да ака авур миллиард манатин кадарда, полунин так атрек, чехи вольтин линиерин в подстанциерин ремонтин кулахар тхуда. Также запланировано проведение дополнительных мероприятий в Махачкале на сумму до 1,5 миллиарда рублей. Аналогичные средства выделялись и в былые годы.
И если бы они доходили до исполнителя, и если бы это все было реализовано, мы бы сегодня с вами в августе месяце не испытывали того, что испытали в прошлом году. Демиятин транспортни. Рекер маца ваджиблу меселая послание да карагарнавай. Регионда хасавюрт вадербен шехерис патава яна фидайц и рек эцигзава. Ахзорнякани межидлага есалди хасавюрт шехердин патава фида ут паласадин канница километр яргивал авай пут транспортин развязка дин мюкала фижжедай трасса кардиктада. Чехи шехерин лапчетин меселатир пробкаяр махачкала дивни аганава. Камаева күче ва махачкала дай сулактик фидарек изиларун патал, Вишниц уват, федеральный автомобильрин рек эла башламишна, хюлюн партонев он рек тхуда. Проектно-сметная документация хазурнава, рек ахзурни каннер гудлаха Иисус кардик ктада. Кефер патан автостанция дин в Акушинский проспекта пробка яр Махачкала дин кефер пата тхузва рек кардик турла Темель жеда. Для разгрузки путепровода по проспектам Расула Гамзатова и Насрудинова предлагается строительство дороги, соединяющей улицу Пушкина и улицу Лаптиева через железнодорожные пути. Мы этот вопрос согласовали с мэрией. Администрация города в этом отношении теперь необходимо перейти от обсуждений к практической реализации этого проекта. Очень низкая пропускная способность наблюдается в часы пик на проспекте Шамиля в районе Тысячи Мелочей. Следует проработать с железной дорогой обустройство переезда в районе 5-го поселка на межквартальную улицу в дачном поселке. Но это все нужно систематизировать, обсудить в городском собрании, согласовать с республиканскими программами. Хюлюн Алишвириштин Портуна, аэропортуна, ракон рекэрин хилени, дегишвилер кле тхуда. Куц и алай аямдин пассажир артхуда электропоезд кардиктон планламишнава. Проекта Махачкала, аэропорт, Дербент, маршруттин винистер скоростин поездар кардиктон. Регионы России дополнительно получат около 40 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Прошу правительства республики своевременно предоставить наши потребности. Мы опять не должны пройти мимо кассы в этом отношении. Извините за сленг. Харч авон патал, казамишня вынак анда. Чекмеяр, шуше, сон промышленностар, эцигунардай материалар, акуддай кластерар, тади халда кардик тунак анда. Кейцева республика дин кэли. Предприятие оборонно-промышленного комплекса Дагестана активно производит необходимое по гособоронзаказу оборудование для армии. В текущем году наша цель обеспечить полное исполнение гособоронзаказа, и я не вижу препятствий для исполнения этой цели на сегодняшний день. Микрофон дех. Республика Дин промышленности 2 Алишвириштин министр Низам Халилов Гала. В этом году должны быть реализованы. Мы ждем открытия 2-3 крупных предприятий в Республике Дагестан в этом году, и которые дадут существенный вклад социально-экономическое развитие Республики Дагестан, а также дадут объемы отгруженной продукции достаточно высокие и конкурентоспособную продукцию. Республика Дин агропромышленный комплекс, экономика Дин ваджиблу хелья, и хел дурумлу декас великни физва. Ик изюмлухар, пэтни зур ахзур гектарда кутунва, яхцур процентин хкашханва цпицрин бехер. Наша задача сохранить этот положительный тренд и реализовать такие крупные проекты, как строительство мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом и ни одного предприятия. Высокотехнологичное производство мясомолочной продукции, прежде всего для нужд самой республики. Для нашего внутреннего потребления. Рыба с Каспия выводится в Калининград для переработки и производства. Выращивается у нас, а производится в Астрахани. Так, Абдул Муслимхой. И вот такие подарки мы делаем другим регионам, при этом сами остаемся заложниками дотаций. Я призываю, может быть, пора это остановить и самим оказывать помощь другим регионам. Если только все это вернуть в Дагестан и активно использовать в развитии экономики нашей республики. Саглан вилин хилен рик'а, великое социальное рик'а, кализа худнак онзовай меселаяр, халон ваджиблуя. Фапар, тади халдин, кюмеклин машинрин ва санитарийдин, автотранспортин, машинрин парк цийхуван ва. Саглан вилин объектрин капитальный ремонт лет хуан ва.
Образование дин хлека рахата, кэ ахзурня кани пудлаха Иисус, кани цэрид мектебни, сусат аялрин бахча кардиктунва. И рэкэм, кэ ахзурня кани кэдлаха Иисавгегигала, кани кут объектин артух я. Вишни яхзурня ципуд мектебни, кани кут аялрин бахча дин капитальный ремонт кэлятханва. Алла Иисан севтекэляла, кут аялрин бахча ачухнава. Амма, халтавунва месаларин кадарнит эмилтош, Сергей Меликова, профильное министерство эрин куалахдила наразивал калорна, куалахдин ери важиблуя кадарва лахана региондин эли. Мы не будем наносить ущерб качеству обучения. Мы лучше продлим срок, чтобы в зиму, на самом деле, эта школа не заходила с недостатками в канализационных системах. Особенно в теплоснабжении, в обеспечении света. И я думаю, здесь гнаться за какими-то рекордными показателями не надо. Мне, конечно, приятно о том, что Татьяна Алексеевна Голикова меня поблагодарила. Но заслуживает благодарность за счет того, что дети в школе будут без тепла сидеть, это не наши с вами принципы. Мадни, Умирдин Шартара, Герех Кантиизва Пешакарин Кадар, Темиларны Канда, Лахана, Республика Дин Эли, образование Гузвай, Вузрик Элкена. Нетрудно сделать вывод, кадры идут туда, где достойно платят за труд. Поэтому я уже дважды об этом говорил и надеюсь все-таки на понимание наших задач между средней школой, системой среднего и высшего образования, руководители и ректора вузов сидят сегодня здесь, и запросами промышленности и агропромышленного сектора. А сейчас к этому добавляется еще и туристический кластер, и начало развития Махачкалинского морского торгового порта. А мы продолжаем штамповать юристов с никому не нужными, нигде не востребованными дипломами. Причем на сегодняшний день стандарты кадровой политики изменились настолько, что без определенных критериев мы не сможем этих людей принимать. Фикерганек анзва меселаяр и послание до Хелинхана. Иллаки, агали репабликра, хар йокус карагарзва меселаярис, профильное министерство речпи джавабгон лазимья. Сергей Меликова, вечен послание до Умирдин Вирихлерис, таинтер меселаяр карагарна, цифровой технологии рла башламишна, джигилрин ватан пересвилинрек атербиегудай меселаяралди. Дагустан республикаден хукуматис, таинтер тапшурагар гана. Күне әхіремчі қабарық ябақалына, қабарық ғалас көн Найира Хамидова де тәнішарна.